Доброе утро. Здравствуйте, товарищи. Здоров. В эфире первая программа Всесоюзного радио. Московское время 6:04. Mm-hmm.
Одолжи водички. О, от сердца налил, Вася. Опять воду выбираешь? Выбираю, а то ты не видишь. Сколько можно? Колодец должен быть живым. Из него черпать надо, чтобы вода не протухла. Вот я и выбираю ее. За всех соседей, за Гришку своего, да и за тебя. Чайником-то не очень вычерпаешь. А в этом колодце вода особая, живая. Ты что делаешь, выродок? На святой колодец плевать. Эта вода душу успокаивает, а ты... Василь, скажи, хоть убей, не понимаю. Ты просто придурок или только прикидываешься? Совсем уж чеканулся на старости лет. Вода у него не просто вода, Мигель, живая. Иди отсюда. Не пойду. Не тревожь мое сердце. Улица не твоя. Тогда слазь со скамейки. Скамейка моя. Я сам делал. Подавись ты своей скамейкой, Куркуль. Пережиток кулацкой. Столовка уже открылась, Микита. Знаю. Иди, гуляш колхозный есть. Водички попей из моего колодца и ступай. И пойду. А ты картошкой пустой давись. Яичницей с салом сегодня завтракать буду. У меня все есть свое. Сам всю жизнь себя кормил, кормлю и до самой смерти кормить буду. Брешешь! Брешешь! Денег жалко! Последние жилы из себя тянешь! А зачем тебе деньги-то? Богу взятку давать надумал! Денег не жалко. Не хочу. Даже на старости так не хочу. Жить на земле и в столовке обедать. Это же стыд, позор. Нет, это не стыд, позор. Это общественное питание. У нас весь народ на общественном питании. Я заработал, заслужил, у меня пенсия. Пенсии скоро всем дадут. Кто только нас гуляшами кормить будет. Знаешь, кто ты? Знаю, знаю, элемент. И главное, не наш. Жалко, что ты наш. Беда народная. Вон ты как. Я на тебя как-нибудь анонимку напишу. Посмотришь. Thank you.
Здорово. Здоров. Хлеба купила? Ага. Пенсию принесла? А пенсию не дали. Почему? Говорят, что ты за корючками расписываешься. А я так не умею. Говорят, сами принесут. Давай, Василий. Что тебе дать? Танцуй. Ты что, пивка в столовке хлебнула? Письмо тебе принесла. От кого? Ну, от кого ты думаешь? Давай. Нет, тебе радость, так ты уж меня порадуй. Давай, Левониху. Не дури голову. Откуда письмо? Язык можно сломать. Джесс, газ. Джесс Казган. Во. От Гришки. Живешь? Живу. А чего ты хохочешь? Хочу и хохочу. Получил, я вижу. Но получил тебе-то что? Дай почитать. Иди, Микита, не цепляйся. Денег, конечно, просит. Пропился до нитки, вот и родителя вспомнил. Чтоб ты сдох. Ну, что ты за человек? Правильно тебя люди прозвали. Гастрит ты. Чего на весь свет зол? Детей разогнал. Они к тебе не ногой. Вот ты и бесишься. Я плохой. Но я, между прочим, своих выучил и в люди вывел. Людка у меня секретарка в городе у директора. По вечерам с парашютом прыгает. Детей только не рожает, старая дура. Все некогда. Каже, я эмансипированная. Василий, что это такое? Может, болезнь какая? По женской части? Ну, а Петька деньги мне каждый месяц шлет. А вот твой, скажи, прислал он тебе хоть рубь в помощь, а? Эх, и звездану я тебя когда-нибудь. Звездани? В суд подам, посадят. Премии дадут. Уйди. Где-то чайник здесь забыл. На колодце стоит. Свежей водички можно будет взять? Бери. Чего зол? Чего зол? Чем дальше, тем люди паскудней делаются. Одно на уме, водку в три горла жрать. А чего им еще делать? Ни руки, ни души ничем не заняты. Пусть работают над собой. Повышают уровень. Мы им, понимаешь, счастье полвека завоевывали. Сытые все. Да не в сытом брюхе счастье. А в чем? В труде. В радостном труде. А вот вы отбили охоту людей радостно работать на земле. Теперь надо учить заново. Погоди, погоди. Кто это, а мы? Ты. И такие же столопы, как ты. Ну, чего ты мелешь? Ну? Чего ты мелешь? Чего? Да я весь с молоду. Все, здоровье для власти, для коммунизма. Коммунизм сначала надо своей душе построить. Для власти. Ты этой власти хоть кусок хлеба дал? Только все несознательных выискивал. Да донос строчил. Сигналы, сигналы, а не доносы. Таким, как ты, дай волю. Давно бы
советской власти жилы перегрызли. А кто ее кормил, эту власть, если не мы? А? Может, ты, прыщик? Когда мы за голый трудодень работали, за каждую курицу налог платили, когда всем трудно было. Боялись. Потому и кормили. А Столоп? Когда немцы под Москвой стояли, кто партизанам последний отдавал? Ну, иди! Иди сюда! Иди! Сядь! Подумай, что ты мелешь? Брось эту философию! Не смущай людей! За такие штучки знаешь, что бывает? Против чего выступаешь, знаешь? Против дури. Я честный, я справедливый. Могу анонимку написать. Пиши. Вызовут куда следует за такие закидоны. Не пугай. Кончилось твое время. Эх, если бы не такие гастриты, как ты, мы бы давно коммунизм построили. Ой-ой-ой. Руками, ногами, зубами за клочок земли держится, а туда же про коммунизм. А я и при коммунизме за него держаться буду. Я хлебороб вечный. Частник ты несчастный. Я не частник, я участник. Ну ладно! Где чайник? Я же сказал, на колодце стоит. Чего ты? Я помню ее ласковые руки, которые могли испечь и самый вкусный хлеб, и держать оружие. В грозные годы Великой Отечественной войны в партизанской... А я уж думал, опять война. Ты что? Она защищала родину от немецко-фашистских захватчиков. Замолчите. Теперь я далеко. Но очень часто мне снится моя родная деревня. Сынок. Наши маленькие такие красивые вежи. Сыночек. Хата на краю деревни. Вспомнил. Три березки. Ганя, дождалась. Ты это... Сядь. Нельзя же так. Успокойся. Сядь. Чего пнем стоишь? Принеси воды. Ну что ты, Ганя? Спокойно помру. Успокойся. Ну что ты? Для вас вашу любимую песню. И Ваньку вас не видела. А Витек объявился. Любит. Помнит. А вот только все ныло. Неудачник меня его родила. Неудачник получился. А он тебя на всю страну. Ганна, я тебя уважаю. Но я честный. Я справедливый. Ганна, на, попей водички. Только не о тебе это. И не он это. Как? Тебе что, уши заложило? Про наши вешки передавали. Не те вешки. Не та Ганна и не тот Витёк. Где он у неё? Витёк-то? Где? Вы же сами знаете. Сидит. Всё это водка проклятая. Да. Сидит. И который раз. Ганна, ты только не обижайся. Я честный. У меня... У самого дети не удались. Я их кормил, растил, хорош был. Вырастил, плохо стал. Деньгами от меня откупаются. А чтобы вспомнить, порадовать как-нибудь родителя. Хрен с маком! А вот же Витек вспомнил. Ага. Сижу на нарах, как король на именинах. Передайте для моей мамы по радио. Ее любимую песню. Уйди. Не уйду! Не слушай его, Ганна, он контуженный. Да нету, я контуженный! Тебя акушерка контузила. Ганна, а тебе это
о тебе. И песен твоя любимая. И Витьком звать. И в партизанах была. И три березки под обрывом. Стоп! Стоп! Ганна, когда он из деревни сошел, одна березка была. А уж эти две без него выросли. Откуда же он про эти две узнал? Прошу тебя, Микита, уйди с глаз. Не дай мне под старость в тюрьму сесть. Он написал заявку на радио за место твоего Витька. Ну, знаешь, ну, артист, ну, Жалябин. Да ты знаешь, что за такие дела бывает? Знаю. Ну ты, Махно, недорезанный, сейчас хату спалю, всех свиней потравлю, в колодец плюну, гад! А ну снимай штаны, я тебя сейчас учить буду. Я и так без штанов, а эти снимать нельзя. Остолоп, пень, гастрит, бульдозер проклятый, что у тебя под рубашкой? Ребра и пуп под рубашкой. А сердце? Где твое сердце? У человека радость была. Она всю жизнь без нее. Всех детей. Мужика в партизанах сохранила. Витек один остался. И у того жизнь пошла наперекосяк. Одна всю жизнь. Горемычница. А ты? А я? Не позволю. Не позволю всему народу, всему государству мозги дурить. Миллионы людей обманывать. У нас по радио только правду передают. Что с тобой говорить? Тепла у тебя нету. Хоть еще 100 лет проживи. Не узнаешь, зачем мы на эту землю приходим, зачем живем. Неужто ты знаешь? Знаю. Знаю. Чтобы согреть друг друга. Хотя, чем тебе греть? Холодный ты. У меня 36,6, как у всех. Сам ты! Чего слякоть разводишь? Сил нету, Микита. Уже полное ведро воды занести не могу. Зачем тебе полное? Козу напоить надо. И около порога, чтобы полное ведро стояло. Поговорить надо? Говори. Пойдем. Пиночета не видала? Кого? Кота моего. Сбежал куда-то. А я из-за него целую ночь не спал. Из-за кота? Из-за него, старые падлы. Прилег вчера вечерком.
только глаза закрыл, только задремал, чую, кто-то смотрит на меня. Вот так вот близко. Наклонился и смотрит. Аж сердце похолодело. Одиночество это, Микита. Со мной такое же было. А может, смерть приглядывается? С какой стороны за меня ухватиться? А может, и она. Да нет, рановато еще. Из-за кота все это. Шкодливый, зараза, был. Бил я его, гонял. А он, оказывается, по ночам мой покой стерег. Дышал. Подлезет под бок. Клубочком скрутится, урчит и дышит. Куда сбежал? А может, придет еще? Пойду я. Сядь! Коза у меня там. Не сдохни, твоя коза! Сядь! Говорить буду. Чего ты мнешься? Как девка перед свахой? Говори. Ганна, давай я на тебе как-нибудь подженюсь, а? Что-что? Ну, чего ты штокаешь? Ты одна. Я один. Вместе как-нибудь на этом свете. Вот спасибо. Отуважил. Так ты что? Вместо Пиночета кота своего черного меня в хату зовешь, чтоб дышала. Так и я ж тебе дышать буду. А мышей ты в своей хате не заставишь меня ловить. Эй, ладно тебе. Не хочешь ко мне, я к тебе переехать могу. Жалко глядеть на тебя. Еле ноги волочишь, а все туда же. Огород, сотки, коза. Отдохни. У меня деньги на книжке есть. Хату продадим. Давай хоть под старость поживем по-человечески. Смеяться же будут. Кому смеяться? Деревня пустая, неперспективная. Не смеяться, не плакать некому. А то в займище переберемся. Там асфальт, магазины, столовка. Люди весело живут. Путевку какую на курорт возьмем. Ну дай покой рукам своим. Это вон Васька, тот из гроба встанет, только чтоб картошку выкопать. Жила в человеке кулацкая, а мне, нам ничего не надо. Отдохни. Ты же заработала, правда? Оно-то так, что и говорить. Ну а денег нам с тобой хватит. А нам много и не надо. Сдурела баба. Не лезь! Я сватаюсь. Кого ты слушаешь? Бахилы старые. Курортница. Ядрит твою на осень. Вон за рекой наш курорт. Придет время, отдохнем. А пока есть силы хоть чуток, работать надо. Для чего ей работать? Она и так всю жизнь как проклятая, как каторжная. Притомилась я. И я притомился. Мы только с тобой потому и живем, что каждое утро воду из этого колодца выбираем. На сотках своих копаемся. Стоит только один день поленом полежать. Смерть в раз чумой налетит. А вот же на Микиту ничего не налетает. А он иначе не жил. Всю жизнь с чайником по воду ходил. Я ответственным и сознательным был всю жизнь. Брось, Ганна, я тебе сказал. Так сил нету. Ведро воды поднять не могу. Что ж делать? Бери свою козу за рога, переводи мой хлев. Сил нету. По половине носить будем. Ты половину, и я половину. Вместе. Гад ты, Васька. Нет, какой же ты гад? Я сосватал,
а он женится. Не слушай его. Иди ко мне. Ему батрачка нужна. Иди ко мне, баба. Тише, жить будем, тише. Как жили. Помогать друг другу, отдыхать по праздникам, на земле работать. Так надо, Ганна, Ганна, так надо. Не слушай его. А что тебя слушать? Погодите. Тише, мужчины, тише, тише. Не ругайтесь. А может, мы под одну крышу сойдемся втроем и будем жить. Я вам готовить буду, стирать. А вы? Я ей руку и сердце, она мне общежитие. Дом престарелых, это надо же. Тогда пойду Пилипа своего спрошу. Если дозволит, перейду. Как? На кладбище пойдешь? У портрета спрошу. Как он скажет, так и будет. Иди, спрашивай. Разрешил. С тобой, Василий, жить буду. Горько! 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 Вот, ну прямо комсомольская свадьба. Здорово, жених. Здоров. А молодуха где? Пошла печку топить в свою хату. Ага. Зачем? Хата должна быть согретой. Грех холод в хату пускать. Хорошо живет и дома, и замужем.
Ну, чего уставился? Все равно буду ходить к тебе. Хоть знаю, что ненавидишь меня. Да брось, Микита. Не умею я ненавидеть. Не научился, да и не хочу. А с ума сойти хочешь? Ну? Я по лотерейке «Жигуль» выиграл. О, проверил. «Жигуль». Облапошил государство. Ну и что? Как что? Ты хоть раз в жизни рубь выиграл? Не. А я «Жигуль». Ну и что? Ну скажи, что завидки берут. Скажи. Ну ладно, хватит в земле ковыряться. Пошли замочим. Машина все-таки. Ну и что? Ну и что? Пошли. Вся моя жизнь, Василий, прошла на 50%. Все наполовину. А ты что, Волгу хотел хапануть? Я не про то. Вот скажи, имел ли ты хоть раз в жизни то, чего очень хотелось бы? Ну, хоть раз. Всегда. А я ни разу. Все только наполовину. Помню, в детстве боровик нашел. Вот такенный. Счастье. Все завидовали. Пришел домой. Взял ножичек. Чик этот боровик. А он червивый. Ага. Тебе и счастье. И с тех пор все, все наполовину. Или вот хотя бы жену мою покойницу взять. Плакал по ночам от любви. А она в девках за Андреем, братом твоим, бегала. Недолго, правда. Время такое было. Ну, забрали Андрея. Поплакала моя Алена, поплакала, да и вышла за меня. Счастье! О! Чуял я, что ложилась она со мной спать, как в гроб ложатся. Заснет уж тогда, обнимает меня, целует, шепчет что-то. Андрея во сне видела. Его ласкала. Перед смертью призналась. 40 годов жила со мной, а его обнимала. И дети вроде на Андрея похожи. Чего ты плетешь? Старший чернявый! В нашем роду таких не было. У Алены отец цыган был. А Андрей, он же помер. Через полгода в Сибири. Да мои это дети, мои. А только не мои. Наполовину. И война так прошла. Люди головы сложили, кровь пролили, а я в плену все годы. Сам сдался. Наполовину. Расколошматили нас под Витебском. Всю дивизию в яму. Осталось человек 5. Выходы ищем. На третий день на немцев напоролись. Я бабахнул со своей винтовочкой.
разок, и все. Воевать нечем, патроны кончились. И надо же было этой проклятой пулей в немца уходить. Поставили нас, спрашивают, кто? Молчим. Офицер хватает автомат. И тут пацаненок выскочил, я, говорит, стрелял. Немец ему очередь в живот. А нас в лагерь. Ну, чего вытаращился? Тут уж не наполовину получается. Я не все рассказал. Тот пацаненок еще шевелится на кровавом песке. Когда я в себя пришел, кинулся к этому офицеру. Пан, кричу. Пан, не он это. Не он. Чего? Не веришь? Чего уж. До пенсии вот дожил. А лицо того хлопца забыть не могу. Снится. Лицо. Кровавый песок. И всю жизнь так. Уважать бы все должны. Глаза уважали. За глаза, как меня, все 40 годов звали. Гастрит. Ну чего ты? Машину вот выиграл. А зачем она мне? Был бы я молодой. В столовку, что ли, на этих «Жигулях» ездить? Дети же есть. Дети? Сами пускай добывают свое счастье. Добиваются, рвут. Так говоришь, не нужны тебе эти деньги? Их же у меня нет. Как бы есть, а нет. Как всегда. Половина сюда, половина туда. Ну, раз так, пускай государству останутся. Ему надо. Хоть и «Жигули», а не вкусно. Запить надо. Ты что, Никита? Ножом человека за эти поганые тысячи? Вот как ты бьешься за свое счастье, до смерти, до крови. Видно, Андрей, твоих рук дело. Отдай! Это ты тогда написал в район, что Андрей хлеб бандитам в лес возил. Я! Да у нас же и хлеба-то не было. Даже деткам. Ах ты, слизняк. Сигнальщик проклятый. Половинник. На. Вот твое бумажное счастье. Уйди! Thank you.
Василий. 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 Васенька мой родной, а зачем же я тебя одного оставила? А ничего ж ты не сказал, родной ты мой, не попрощался? Ой, Васенька, ты... Ты что, сдурела? Чего воешь? Ой, чтоб ты провалился! А я думала, что ты готов. И рученьки скрестил. Тренировку делал, примерялся, как буду лежать в гробу. Ну и как? Паскудство. Особенно, когда голосят. Одним словом. Если со мной что такое, чтоб возле меня никто не подвывал. И ты тоже. Вот это уж у тебя не спрошу. Как захочу. Встану из гроба и всех выгоню к чертовой матери. Приспичь, беги в хлев. И над козой поплачет. А возле меня чтоб молчок. Без слез и без слов. А то еще гастрит речь траурную засобачит. Забрали его. Куда? В больницу. И вон за него. Говорит, пиявка в груди сердце сосет. Тяжко ему будет. Ой, тяжко. Ну как? Как ты, Васенька, сегодня, а? А ничего. Полегчало вроде. Если в больницу лег, давно бы встал со своим инфарктом? Нет у меня инфаркта никакого. Просто сердце лопнуло и все. Thank you.
Василь, чего это мы жили? А что было делать? Нашего согласия родители не спрашивали. Родили, и все. Хочешь, не хочешь, а жить надо. У тебя хоть Гришка где-то есть. Пускай не пишет тебе. Но ведь живет, работает по-человечески. А мой Витек, у кого он только таким уродился. А каким ему было родиться? Вон, по радио про беременных баб говорят. Волноваться нельзя. А то детенок плохим родится. А под пулями
под бомбами лежать можно. А живем гореть в своей хате можно, холодать можно. А троих деток за зиму в землю закопать можно. А в людей стрелять можно. Ты не в людей, ты в фашистов стреляла. Да. Фашистов. Мой Витек, когда у меня еще здесь вот под сердцем был, на весь свет обозлился. И зачем жизнь прожила? Только воевала. До войны боялась. Только деток рожала да хоронила. И работала. А на этом свете я ничего не оставила. Зачем? Родилась. Брось. Мы с тобой родились людей хлебом кормить. Холодно. Ой, братцы, холодно. Боже мой. Василий, где? Тут. Болеешь все? Нет, помираю. А я из больницы убег. Возьмите меня, не могу больше. Страшно без вас. Василий, я твою смерть на себя возьму. За твое имя она не придет. Только не гоните меня, пожалейте. Знаю, не за что. Просто так вы это умеете. Ганна, я тут на полу лягу и молчать буду. Только не гоните меня. Не гоните! Ганна, постели ему. Василий, ты спишь? Не спи, ладно? Не буду. Боюсь. Попей. Вода душу успокоит. Попей. Поговори еще обо мне. Я тебя слушаю. Душа успокаивается. Это от воды. От тебя. Поговори еще. Туда же нельзя с неспокойной душой. Я счастья хотел. Как и все. Мы же за ним на этот свет и приходим. Работаем. Мучаемся. Почему мне так худо? Почему в душе
тишины нет. Ты любил мало. Мало. Жалел мало. Мало. Плакал мало. Мало. Говори еще. Посуди. Господи! Я же честно работал. Старался. Поддерживал. Говорили, иди. Шел. Говорили, делай. Делал. Говорили, говори. Говорил. Василь. Мир. Мир вокруг несправедливый. Мир хороший. Добрый. Это мы еще плохие. Про Андрея вашего я тогда написал. Ты говорил. Ну, я правильно написал. Прятали вы мешок зерна в лесу на самогон, чтобы мою Алену сватать. Я не потому что Алена, а потому что саботаж. Нельзя было зерно прятать. Саботаж. Не слушай. Кручусь. Опять кручусь. Господи, когда же все люди кончат крутиться из Алены? Знаю. Любил ведь. Любил. Помоги мне. Чем? Не знаю. Воды дай. Ганна! Оу! Что на улице? Подморозило. Солнышко светит. Все. Чего стал? На 10 рублей ему лекарство накупила он. Накупила? Ну и ешь сама. Вот и осень. Подай полушубок. Давай помогу. Я сам. Ганна, иди сюда. Что, Микита? Ему
Ему не давай помирать. Не пускай его туда. Что хочешь, сделай. Сама. Место его, Оля. А его не пускай. Живут же люди по 100 лет. Пускай он. Там ему делать нечего. Притулись ко мне, если можешь. Легче стало. Совсем легко. Помнишь, ты ходила у своего Пилипа дозволение спрашивать, чтоб жить с Василем? Ага. Сходи еще на кладбище. Попроси там у всех прощения. Сам не успею. Сходи. Хорошо, Микитушка. Сейчас, сейчас, прямо ходи, а то я раньше. И скажи Василю, чтобы он знает все. Прости. Иди. А то я... Ганна. А? Если кот мой вернется, к себе возьмите. Нет. И он не вернется. Андрюха, ты прости меня там, вместе с Аленой. Что же делать теперь? Худо, бедно я прожил. Если б можно, если б другую жизнь.
Прости, Андрюха. Никита. Никитушка. Никита. Вася, иди ляг на кровать. Некогда ложиться. Пойду в колхоз за конем. Какой конь? У тебя же сердце. Сердце у всех. Что? Ты не волнуйся. У тебя сердце. Чего ты? Тебе надо же. Чего ты? Ну, чего ты? Ну? Никита, кажется, помер. Эх ты. Ты, наверное, все понял. Сделать только ничего не успел. Жалко. Ганна, за конем я, наверное, пойду. А ты возьми нашу книжку, сходи в кассу и сними 2 сотни. Костюм ему купи, белье новое, ну и на поминки. Надо проводить человека по-доброму. У него свои деньги есть. Его это его, а наш это наш, сними. Хорошо, хорошо, сниму. На почте. Телеграмму детям отбей. Так и так. Батька помер. Приезжайте. Адреса у него в хате. В ящике там, в столе. Ну, а про остальное я с председателем договорюсь. Вася, он просил тебя. Знаю.
Мне выйти? Зачем? Сядь рядом. Только тихо. Плакать не надо. Василий, кто-то в деревню идет. Mm-hmm.